Городок. Что это такое? Здравствуйте, Асколь Олегович, с приездом. Ты-то мне как раз и нужен. Серьезно у нас будет с тобой разговор. Ну, по партийному прямой и принципиальный. А что случилось? Это ты мне объясни. Ты мне объясни, что случилось. Я возвращаюсь из тяжелейшей командировки по Сейшельским островам, там, по обмену парламентским опытом, и дня не отдохнув, должен лететь на Мальдивы с официальной делегацией. И я тут узнаю, что у меня во фракции такое, что... Так что случилось? Что такое? Слушай, ты не отрываешь задницу от депутатского кресла, просиживаешь свои штаны в зале для заседаний. Так ты ж хоть веди себя прилично, а? Так что такое? Жалуются на тебя твои коллеги. Ты допускаешь непарламентские выражения. С трибуны! С трибуны! Но есть же какая-то депутатская этика, в конце концов. Пусть какая-то. Пусть в самом конце этих самых концов, но есть депутатская этика! Ну, это неправда. Я не виновен. Я никогда не сквернословлю. При чем тут сквернословие? Ты допускаешь непарламентские выражения. Хочешь зачитать? Могу зачитать, пожалуйста. Так. Отмена депутатской неприкосновенности. Снижение зарплат депутатам. Это ты говоришь все. Стыдно депутату брать деньги на личное оздоровление, когда страна... Фу. Ты говорил? Да, такое говорил. Лучше бы ты, гад, с трибуны матерился. 3, 4. Фу.